Ребята, вы на канале Мама и Я. И сегодня мы будем снимать школу Робиксона. Вот как видите, я из спиннера выбил крутую машину. Это Макларен. Это новая машина. Вот, смотрите, как она ездит. Правда, у меня нитро нет. И, кстати, тут давали очень много обновлений, я их пропустил. И только я, когда сейчас зашел, я их всех увидел. Так, кто это там меня обгоняет? Стоять! Ладно. Я вам сейчас покажу мой дом. Вот. Вот он. Сейчас, вот. Тут даже заправка есть электрическая. Ну и пианино есть. Ну и парковка вот такую я построил. Сейчас перепаркуемся. Ай. Закрываем двери. Раз. Все, теперь пошли в дом. Все. Вот у нас есть, ладно, печка перевернутая на 90 градусов. Также тут есть тесто, это томатный соус и сыр. Миксер есть. И, кстати, я даже... И вот я когда получил 10-й левел, мне... Сейчас. Мне дали эту штуку. А потом, когда я получу 25-й, мне дадут вот такую штуку в добой. И дальше, и дальше. И 50-й это самый последний уровень. Вот где я заливаю ролики. Вот. Я тут сижу, монтирую. Тут еще у нас еще мороженое есть. Ну, правда, тут мороженщика нету. Да ладно. Вот. Ладно. Стойте. У нас есть спальня. Спальня. Тут есть телек, конечно. И тут есть королевские диваны. Ладно. И у нас... Конечно, есть шахматы. И тут можно даже поиграть. Это... Можно и в середину попасть. Куда угодно. Вот, у меня даже тут лапочки включаются. Так, вот. Так. Какой автомобиль? Я думаю, наверное, вы хотите самый быстрый увидеть. Сейчас. Сейчас. Да. Заборчик. Все. Тут нитро еще есть, от которого я вам говорил. И давайте поедем в школу, а то вдруг на занятия опоздаем. Так, парковочка. Так, смотрим. А, вот. Нам надо бросить один предмет. Все. Ну, лучше в столовке не бросайте предмет, это плохо. Вас поругают еще. Ну, лучше не делать так. Ребята, я думаю, что все знают эти примеры. Они тут такие легкие. Так.
Почему примеры одинаковые? Интересно. О, готовить. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пицца, давай, жарься. Ура, пицца готова. Сейчас попробую. Ням-ням-ням, какая вкуснятина. Ладно. Так. Так, что бы возьмем? Давайте вертик. Вертолет золотой. Летать. Особняк. Сейчас мы проверим особняк. Вот это да! Она... Так. Ну, давайте на дрифт-тачке. Вперед! Давай! Ой, как американские горки какие-то. Ай, ай, подвеску можно сломать тут. Ай, Ольда. Так, нитро, включаем. Все, дрифтил. Такс. А, кстати, тут карту изменили, если вы знали. Раньше была тут другая карта. Я, кстати, тут смотрел, и я тут парковку увидел одну, где так можно хорошо научиться водить. Вот эта парковка. Тут даже есть тропличек, на котором мы сейчас взлетим. Короче, вы поняли. Тут можно и гонки устраивать. Так. Вперед. Ого. Какая машина. Так. Кстати, я вам хочу сказать. А, сейчас после урока скажу. Спилим, пилим, пилим. Ладно, вот тут попилю. Материалы. Так, самолет. Аэрофлот — это самолет. Сейчас. Пусть будет зеленый. И сейчас вы так будете смеяться. С помощью огнетушителя можно летать по всей карте. Если вы правда не знали. Вот. И даже машина не нужна, чтобы передвигаться. Обычные пожарные это. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, вот был в школе. Его можно добыть. Не надо, дядя! Ай! Ай! Куда я вообще попадаю? Так. Вот у нас даже телефончик есть. Поснимаем сейчас. Всем привет, ребята! Я нахожусь в школе Робоксина.
Так, сняли. Все. Так. Кстати, я вам хотел показать. Это мой питомец, мама и я. Это котик такой. Телепортируйся. Погрузись в воду. Сейчас мы это легко сделаем. И погружение. Я. Котик, ты где? Котик. Котик, молодец, давай, давай. Котик, догоняй. Давай. Ну, котик, проблемы. Давай. Котик, давай. Ко мне, давай. Мяу, мяу, давай. Давай ко мне. Молодец. Так, что ж взять? А, сейчас. Сейчас, сейчас. Подождите. О, самокат. Ну что? Ну, он подходит. Так, прыгает высоко. Ладно, отсюда забираемся. Дайте нормально в дверь. Ай. А. Давай. Давай, самокат. Надо же. По ступенькам забирается. Он прыгает высоко чуть. Так. Вперед. Сейчас. Ой, ой. Столовка. Так, два предмета. Так, Вадим, ай, кто это? Кто это такой? Ай, заворачиваем. Вперед, котик, котик, а. Давай, дрифтим, дрифтим, дрифтим. Заворачиваем. Изменение. Маленькое крыло. Что-то это маленькое слишком. Большое крыло. Это небольшое. Крыло. О, подходит. Покупаем. Не, маленькое крыло не надо нам. Внешность там, да-да. Так. Твой цвет белый. Ну, вы, подписчики, скажете, что это нормальный такой цвет. Погнали. Дрифт, дрифт. Я. О. Шось футбольный гол. На этом наше видео заканчивается. Поставьте лайк. Напишите в комментариях, как вам этот ролик. И не забудьте подписаться. Да, ребята! Подписывайтесь!
Ну и все пока.